Современный тонометр – приспособление простое. Несколько минут, три измерения, и на экран дисплея выводится ваше точное давление. Главное – не упустить драгоценное время, чтобы успеть принять лекарство или обратиться к врачу. Любой электронный тонометр на сегодняшний день обладает всеми технологиями, которые позволяют человеку знать минимум информации о том, как происходит процесс измерения и что нужно делать. То есть покупателю нужно всего лишь взять измеритель, правильно сесть, одеть манжетку и нажать кнопку. Все остальное за него делает сам измеритель. Измеряет правильно и плюс ко всему еще и диагностирует. Компания «Микролайф» выпускает тонометры нового поколения, которые можно купить в большинстве брестских аптек. Аппарат способен выявлять мерцательную аритмию, главную причину инсультов с самыми тяжелыми последствиями. При наличии признаков тонометр «Микролайф» оповестит об этом. Сегодня есть три измерителя с этой технологией. А200 АФИП, так называемый первый прибор, который, в общем-то, на рынке представлен уже более 2 лет. И две модели из нового поколения, А6+, и А3+. В этих измерителях представлена диагностическая функция АФИП, которая способна предотвратить инсульт. О тесной связи образа жизни, возраста с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы говорили кардиологи и неврологи на встрече с жителями Бреста в рамках проекта «В одном измерении». Главная цель – профилактика, а еще формирование ответственного отношения человека к своему здоровью. Это из разряда акций должно перейти в постоянную работу уже нас, медиков. Поэтому я полностью поддерживаю, в том числе и мы привлекаем и благодарим средства массовой информации, потому что действительно переходим на уровень совместной работы с населением. В 21 веке инфаркт и инсульт значительно помолодели. Средний возраст пациентов составил 35-40 лет. Поэтому так важны профилактика этого заболевания и ранняя диагностика. 80% людей, переживших инсульт, становятся инвалидами. Это только 20% приступают к труду из 100% заболевших. А в это 80% входит от 30 до 50% в течение года ушедших из жизни. И глубокая инвалидность, то, что говорят, это действительно не просто физическая, как при других заболеваниях, но и психологическая, психическая. Во время встречи с кардиологами и неврологами люди смогли из первых уст получить ответы на интересующие вопросы, проконсультироваться со специалистами, пройти тестовые испытания на новом поколении тонометров. За свое здоровье сам человек отвечает, потому что врачи врачами. Врачи лечат 10% только, а остальное сам человек лечит. Я слежу. Если что-то вызывает какое-то сомнение или какое-то плохое самочувствие, есть дома прибор, померил спокойно, уверен. Если что-то напрягает, записался на прием к врачу, все просто. Инсульт и инфаркт, уверяют медики, не случаются внезапно. Начните измерять давление уже сегодня. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.